На конкурс «Дети читают стихи» лабиринт.ру Ильин Роман, 4 года. Моя привез мальчишка на лафеть, погибла мать, сын не простился с ней. За 10 лет на том и этом свете ему зачтутся эти 10 дней. Его везли из крепости, из Бреста. И сарапа пулями лафет. Отцу казалось, что надежного места отныне мне на ребенка нет.